Всем привет, друзья, и добро пожаловать на мой первый видео-мини-отчет о том, как происходит мое обучение и игры в Hunt Showdown. Hunt, на самом деле, меня очень сильно затянул, действительно очень атмосферная и прикольная игра, насыщена атмосферой Дикого Запада и тематикой Ван Хельсинга, что мне очень нравится, ну и в то же время интересного шутера. В качестве гидов и моих тиммейтов участвуют Малинка и Димон. Без их поддержки, я думаю, что я бы очень долго разбирался во всех тонкостях данной игры. В этом небольшом видео я покажу вам буквально несколько моментов из того, что происходит обычно со мной после стримов, когда мы заходим потренироваться, побегать, чтобы потихоньку развиваться и оттачивать навыки. Так что я представляю вам первый свой отчет. Это будет называться у нас рубрика «Турист», так как я пока еще действительно в этой игре турист. Надеюсь, вам понравится такой материал, и вы поддержите его лайком, комментарием, и я, соответственно, буду стараться больше и усерднее познавать данную игру, оттачивать свои навыки и радовать вас интересными реплейчиками, возможно, даже и стримами. Приятного просмотра. Они сразу пошли менять позицию, обходить. Я не знаю, что я делаю, я попробую тоже чуть левее взять. В первом видео мы собрали все подсказки на босса Ассасин и благополучно отправились на его территорию. Но так как мне пока еще играть очень страшно в эту игру, я постоянно бегаю и кручу башкой то вперед, то назад, то вправо, то влево, я обратил внимание, что сзади вышли несколько человек, стоят на скале и пристально пытаются нас выцелить. Испугавшись, я крикнул своим тиммейтам, развернулся, выстрелил в их сторону, после чего мы начали занимать позиции и пытаться их найти для того, чтобы обезвредить, так как явно они нас в покое не оставят. Попал. Вот здесь где-то. Убил. Второй на вышке. На вышке. Дальше? Видео на вышке. Не знаю, спустился, может, но был на вышке. Тут я решаю обойти оппонентов по левому флангу, но когда я забрался на сарай, я увидел, что внизу стоит клетка-вольер с собаками. В этой игре, если потревожить этих собак, они издадут очень много шума, начнут лаять так, что по-любому поймут, где я нахожусь, поэтому я решил вернуться. А ты где того убил? Прям возле туалета? Да, он выглядывал. Так, так, так. Прикройте так немножко. Сейчас я найду труп. Если меня не убьют, проволоку кину. Все, его не подымут уже просто так. Еще мне кажется, поможет. Они обходить начнут сейчас. Дима букашку пустил? Угу. Смотри, они хитрожопые. Они обходами всякими работают. Еще подпалю. Сейчас они вылезут быстро. Да, он ушел с вышки. Нет, за вышкой сидит. Тиммейт горит, под он вышкой. Сейчас не вытерпит. За вышкой. Он на вышке, но только за всем вот этим, со всеми этими хренями. Понял, попал, убил. Хорош. Хорош! Люблю эту игру. Я не знаю, двое или трое? Еще. Я не знаю, я сейчас сюда подхожу, если что. Я спалюсь. Тиммейт горит, так что это... Жучок твой, дадим? Да. Справа. Справа, да. Может, третий ихний обошел, Дим.
В этом моменте соперники изгнали уже обоих боссов, забрали у них награды, и нам ничего не оставалось, кроме того, как прийти на одну из точек и попытаться отбить эти награды. Убил. Хорош. Красавчик. Скорее всего, на рейхне. Этого окне пикало только что. На меня зомби напали. Она так иногда высунется, стрельнет по мне и убегает. Убил. А кто такие? Это другие, что ли? Эти же. Не вытерпели. Пережила. Убил. Хорош. А, я сейчас теку. Ты никого, вот вы красавчики. Забери букашка. Награду там. А, это твоя? Награду забрать. Внизу. Они уже под низом вылезли, да? Не вытерпели. Да. У этой схватка. Они, у них ничего такого не было. Так, а сколько мы положили? Я не знаю, что они сидели. Троих, вот тут двое, третий там где-то у тебя. Это что, этот хламоклюв? Тут мы на болотах вышли на босса Хламоклюв, который бросается всякими колючками. Ужасно противный босс, ну как для меня. Победив босса, наставив кругом ловушек, мы стали готовиться ждать, пока он будет изгоняться к приходу других охотников. Но мы совсем не ожидали, что произойдет дальше. Бочки, зачем бочки позрывал? Думал позаминировать, блин. Вот это не трогать. Так от этой толка не будет. Чего, ничего не будет, если она его взорвет. Я здесь эту дверь на дверь поставлю колючку. Блин, пытайте зайти, я не знаю. Ну иди сюда, вот, к нам, с этой стороны, с улицы зайти можно. Вот ко мне прямо беги, вот, да, дальше, а дальше. Дырка. Зайдешь? В дырку зашла. Вороны. Дышь, а. Ты внутри, да? Да, я внутри. Так из этой двери аккуратно. Если закрыть, я не могу, я могу. Вот это бы еще закрыть. Где? Лестницу к нам на втором. Попи закрой. Ой. Прости. Думал, она же там. А, так. Больно. А вот эту дырку надо закрывать? Тоже да. Ты сигналку поставил. Это не так. Ой. Блин, тут колючки кругом. Ай! Ай. У меня же чок. А тут чё передо мной? Они уже тут. Я в упор не попал. На втором этаже. Он уже в доме. На втором. Мы их даже не слышали. Моменталка. Уходи, на моменталку. Вон он слева. Тима это поднял. Минус повод. Тебе за это дырка. Перезаряжался. Поднял уже. Сейчас я вас подниму.
Уйди ты мне. Тебе бегут, по-моему. Или это они сверху, я не знаю. Кстати, как толпануть. Да, быстрее, блин. Аккуратнее вставай. Блин. Он сейчас опять его поднимет. Слева. Там, где наша трупа, там душалка. Еще один. Ни хрена себе! Просто уничтожила всех. Интересно, с какой стороны? Попал. Ну, а в этом моменте наши оппоненты оказались довольно-таки самоуверенными. На карте было два босса. Они пришли сперва на территорию ассасина, которого изгоняла уже другая команда. Отбив у них награду, они поверили в себя и решили прийти к нашему боссу, чтобы отбить награду еще и у нас. Но они не знали, кто их тут ждет. Где? Я выйти не успеваю, мне по лбу прилетает. В смысле, ты где? Я тут в доме, я... Да выйти еще не успел, мне в меня уже прилетело. Открыл этот. Блин, ну говорю, открыли. Да, эти, хорошо, окна. Хорошо, мы слышим. Да меня просадили просто. Ты не ругайся, пока все я нормально. Я вам показываю. Объясняю. Они с того дома и так и лупят. Просто там разные окна. С разных ты мест. Ты стоишь под, возле окна, по тебе не стреляют. Я стою, мне в рот залетает уже какой раз. Чуть-чуть в твое возле окно. Возле сена пикаю. Вот один. Второй на крыше прям, вот этого дома на крыше. Один возле сена там стоит, один на крыше. Угу. Есть. И меня просадили. Я его положил. Один снизу был на сене там. Блин, ну что-то кровотечение мне. Вообще никого попасть не могу, блин. Где-то по железке. Меня этот убивает. В окне. Нитроэкспресс у него. В каком? В этом окне? В окне, да, в этом. Нитроэкспресс. Попадет с одного удара. Попал. Челик ушел. На крыше челик лежит. Попал на крыше. Опять на крыше? Он вылез, этот же. Пытается тиммейта поднять. Блин. Гранату откинул. Кто взорвался? Блин, тиммейта подняли, он убежал. Хотел туда в лес уйти, блин. Он все видел. Положил. В окне положил. Наверх, наверху, скорее всего, будет сейчас кто-то. Так он с крыши меня просаживает. Да что такое, блин? У нас начался затяжной дальнобойный позиционный бой. После того, как я положил второго, я решил дать совет сблизиться кому-либо с противником. В первую очередь я думал о Димоне, потому что он у нас рашер, он у нас штурмовик. Он очень любит с дробовиками врываться и просто... разносить все в пух и прах. Может, сблизитесь кто-нибудь пока? Прямо туда, к нему. В смысле? Так никого не было. А еще горело. Все, тихо. Не мешайте друг другу. Что, прикол, что ли? Дима пушит. Yeah.
дверь открыл. Минус два. Умничка. Минус три. Не попало. Все минус. Сегодня не мой день. Я говорю, сегодня я не попал. Никого. Просто пюсечка хп осталось. Чего он мне кровотечение так засаживал? Не пойму. Трехстволка у него. Апперкот. Что же оружие возьму? Как сюда залезть? Снутри. Там есть подъем. Да, у этого... Нифига у них тут волыны, офигеть. Кинг авто, апперкот. Два апперкота.